Всем привет! В этом видеообзоре я хочу поделиться с вами одним очень хорошим препаратом под названием мелатонин от американского производителя Now Foods. Этот препарат я приобрела, потому что у меня была проблема со сном. У меня была бессонница. Ночью я не могла заснуть, до 4 часов утра ворочалась в кровати. Потом, когда я наконец засыпала, и, естественно, утром я не могла нормально проснуться, я чувствовала себя разбитой. У меня очень сильно болела голова. И вечером повторялось то же самое. То есть у меня был нарушен цикл сна и бодрствования. И я прочитала в интернете, что есть такой препарат под названием мелатонин, о том, что это совершенно естественный для нашего организма препарат, который поможет отрегулировать биоритмы. И я приобрела себе такой мелатонин. К сожалению, у нас в городе я в аптеках нигде не видела такого препарата, поэтому я заказала его через интернет. Его можно приобрести в зарубежных интернет-магазинах iHerb или VitaCosti. И цена у него совсем недорогая. То есть вот такие 60 капсул обошлись мне где-то в 2 доллара. Какой же я почувствовала эффект от его приема? Я приняла первый раз, я не прочитала, как его правильно принимать. Но первый раз я его приняла за полчаса до сна. И я легла в кровать, и у меня сразу появилось такое ощущение, как будто я вся такая расслабленная. Просто приятное ощущение расслабленности, как будто ты полежала в горячей ванне. Вот такой вот эффект. Просто лежишь и ничего не хочется делать. Просто хочется закрыть глаза и лежать. То есть мелатонин обладает таким седативным, успокаивающим эффектом, который вы сразу почувствуете. И вот буквально закрываешь глаза, и буквально несколько минут вот я провалилась в сон. То есть эффект в первый же день применения. Но потом я прочитала литературу, и оказалось, что мелатонин для улучшения засыпания рекомендуется применять за 3-4 часа до сна. То есть препарат должен подействовать за это время. Но у меня он подействовал гораздо раньше. В одной капсуле этого мелатонина 3 мг. И рекомендуется принимать перед сном по одной капсуле. Мне нравятся упаковки у Now Foods, что вот здесь у них нарисован размер капсул. То есть люди, которым болезненно глотаются большие капсулы, сразу могут увидеть, какого размера они капсулы приобретают. И вот так вот выглядят сами капсулы. Капсулы желатиновые, и внутри находится вот такой вот белый порошок. На упаковке даже написано, что можно открыть капсулу и разделить содержание на несколько приемов. Здесь 60 капсул, то есть вот этой вот упаковки хватит на 2 месяца. Я еще слышала, что в российских аптеках есть препарат Мелоксен. Тот же самый аналог мелатонина, но стоит он за 12 таблеток чуть ли не 400 рублей. А здесь вы можете сами увидеть разницу, что 60 капсул стоят где-то 2-2,5 может быть доллара. И я убедилась на себе, что этот мелатонин действует и помогает засыпать.